Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, я являюсь официальным обозревателем компании Oriflame, и сегодня мы с вами рассмотрим новинку, которую мне прислали на обзор. Это губная помада 5 в 1 с эффектом Metallic The One Color Stylist Ultimate. Вот такое длинное название. И что самое интересное, это новый эффект и проверенная формула помады. Дело в том, что в эту помаду добавлены металлические кристаллы, 50% серебристых, 50% цветных, и они дают невероятный эффект объема и блеска губам. Также эта помада увлажняет и питает губы, и она стойкая. Я уже эту помаду пробовала и могу сказать, что она такая легкая, стойкая, невесомая, очень приятная в использовании. И я знаю, что многие девушки любят помады, и редко-редко встречается такая девушка, у которой одна, две или вообще нет ни одной помады. Кстати, посчитайте и напишите в комментариях, сколько у вас помад, блесков и бальзамов. Бальзамы же тоже относятся к помадам, потому что многие из них цветные. Итак, про нашу помаду, что могу еще дополнительно сказать. В каталоге номер 2 вы сможете приобрести эту помаду, будет всего 10 оттенков, и если вы откроете первую страничку разворота каталога, то сразу увидите предложение попробовать примерить, какой оттенок помады вам больше подойдет. То есть вы скачиваете специальную программку, здесь написано, что нужно сделать, вставляете свою фотографию или да, будете там двигать, я еще, кстати, не пробовала, я только увидела это интерактивное приложение, и можно будет попробовать каждую помаду, и вам сейчас не нужен пробник, просто через свой телефон вы подберете тот цвет, который вам подойдет. Может быть, это будет даже не один цвет. И второе, при покупке любого оттенка вы приобретаете карандаш для губ, который идеально подойдет под ваш тон, всего за 3 рубля. Тоже обращаю внимание ваше на это предложение. Ну а сейчас пробуем. Мне прислали оттенок 371 17. Кстати, 17 это мое любимое число. Вот так вот выглядит сама красавица помада. У нее, кстати, еще очень удобный стержень специально для того, чтобы наносить по форме губ даже без контурного карандаша. Как вы видите, с одного, просто с первого нанесения уже помада отдает хороший цвет, но я по привычке делаю почему-то 3 раза, 1 2 3, это привычка, не более того. Такой удобный острый кончик, вот такой оттенок. Правильно, цвет называется морозная, по-моему, сирень, морозная сирень. Он действительно очень сиреневый, и этот оттенок он идеально подойдет для обладательниц голубых глаз, для брюнеток, или если вы подбираете под одежду, то в оттенках вашего гардероба должно присутствовать что-то холодное, голубые, розовые, сиреневые оттенки, синие, тогда эта помада заиграет на ваших губах. Я вам желаю новинок в вашей косметичке. Пробуйте новую помаду, если вам она понравилась или не понравилась, пишите обязательно в комментариях свой отзыв, потому что ваши отзывы будут полезны также и другим девушкам. Всего вам доброго, успехов, красоты, пока-пока!